Жизнь не стоит на месте, нельзя бояться перемен. В этом уверены сотрудники соцзащиты Ленинского округа, которые отныне именуются окружным управлением номер 15 Министерства социального развития Московской области. Ближе к людям, а это новый лозунг организации. Развивается онлайн-консультирование, модернизируется колл-центр. Теперь звонки принимаются по номеру 1226. Работает чат-социалка «Видное», в котором уже более 1000 получателей услуг. Мы уже на протяжении более года не ведем прием граждан в управлении здесь у нас. То есть обратиться за консультацией можно как в МФЦ. Значит, у нас сотрудник постоянно там находится, без выходных. Значит, понедельник, воскресенье, на втором этаже, в четвертом окне, значит, наш сотрудник консультирует граждан. Записываться туда не нужно, можно прийти, значит, в любое время. Благодаря новейшим технологиям сейчас для того, чтобы получить социальную выплату, личное присутствие не обязательно. Все запросы осуществляются в режиме онлайн. Тем более сейчас большинство заявок вообще не требуют подачи каких-то дополнительных документов. То есть, как правило, достаточно одного паспорта. Данные, значит, если требуются данные о, значит, доходах гражданина, либо подтверждение его прописки, регистрации, значит, все это запрашивается через СМЭФ-запросы, мы получаем информацию, это в течение короткого времени и позволяет нам, значит, произвести назначение той или иной меры. Модернизация коснулась и муниципальной опеки несовершеннолетних. Организация вошла в состав окружного управления номер 15. В полном составе, нужно сказать. То есть мы сумели сохранить тех специалистов, которые там работали. Есть, конечно, небольшие изменения, в том числе и по месту нахождения, значит, отдела опеки, который занимается несовершеннолетним. Сейчас они находятся у нас по адресу Школьная, 60. Почему так говорю? Потому что у нас тоже опека есть, но у нас была до этого опека над взрослыми совершеннолетними недееспособными гражданами. Теперь добавилась еще вот опека детская. Более 70 услуг оказывает окружное управление. Самые востребованные – социальный проезд и компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.